Петечка добрая. Правильно? Они уже выгнали. Тиффани легла на обратно. Где она? Вон она, пониже. Вон она. Все это видно. Короче, где-то она там. А, вот у нас. Вот здесь она. Мы проснулись. Сейчас вам покажем, какой у нас тут рассвет. Да? Это не будем. Ну, давай покажем. Хорошо. Ну, цвета не те. 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 Были более такие красноватые. Горизонт не завалили? Как ты поймешь, где тут какой горизонт? Вот тогда. Нет! Море розоватым выглядит. Там красивые лучи. Все закрывают. Красота пропадает. Да, но все равно видно. Вот там, вот, розовый оттенок. Че, как у тебя полуночек? Вообще не полуночек уже. Знали. Просто у тебя был закрыт одна лодка маленькая. Я сейчас гулял, ни одного насекомого не было. Ты такой везучий. Почему везучий? Еще ночью где-то были крики с песнями и собаки. Крики? Ты песни пели? Если это можно назвать песнями, то это были песни где-то из деревни. Это деревня-то рядом. Такая красота. Еду появилась. Ну, да. Кайли говорит, Джейсон красавчик. Джейсон? Джейсон. Джейсон. А Джейсон? Ну, он глупенький у нас чуть-чуть. Чё ты его... Хорошенький. Надо погулять с ними в другом месте, потому что здесь то мясо валяется, то шкурки, колбасы. Чуть-чуть проедем и погуляем нормально. А какую еду ты будешь искать? Время-то 5 утра только. Сейчас поедем, а деревья уже закат, как и рассвет уже встречают. А мы еще пока в тенечке. Да? Такая вот красота сейчас будет там тоже. Сегодняшним утром у нас водила Тиффани. Что такое Тиффани? Водила Тиффани просит, чтобы мы чесали пузико. Да, чесать пузико. Ой, чесать пузико. Давайте чесать пузико. Все почесали. Да? Что такое? Еще? Еще чесать? Давай еще почешу.
говорит, еще почесали. Почесали еще. О, как хорошо, да, Тиффани. Все, хватит. Что, еще почесать? Может, хватит, Тиффани? А, Тиффани. Хорош, Тиффани. Еще пузико. Хорошо, давайте еще пузико чесать. Ну, в общем, на этом мы отключаемся, потому что это не закончится. Да? Пятачок. Пятачок. Тиффани. Ну вот тоже и рассвет скоро пропадет. Ну он уже пропадает. Эти тучи мы все испортили. Но все равно было красиво. На море круче будут рассвет и закат. Ну тоже красиво. А ты не найдешь вторую синюю паилку? Где она? Где там. Да? Это я там не наблюдаю ее. Вчера сказал, что тебе она не нравится. Желтая лучше. Я помню. Куда ты ее дел? Ну я тебе в руки отдал. Переводит стрелки, да? Вон она снизу. Все. Просто Галя промахнулась. Пиздеть не меня. Ты желтенькой дашь попить? Ты что, не дала им попить? Будешь? А тихо не будет. Чейсон. Типа не, ну аккуратнее, учишься пить. Не собрай назад, это там будешь пить, а не здесь. Че, мимо слюни пускает. Маленький. Видите, дети не умеют пить совсем. Да? Маленький. Сейчас одна блеванет, этот мимо все прольет. Тиффани. Тифа. Что-то упало там. Тиффани, ну-ка вставай. Все. Ты что, отвернулся, потому что она блюет? Джейсон выглядит сегодня очень странно. Или не только сегодня. Ну что, волки, видеть скоро будем. Что увидели? Сюда летит орел. Нету орля. Улетел орел. У вас три голубых глаза на двоих. Ну что, выезжаем? Поехали. Прохладно тут. Я пешком. Вон Гриша на гору заезжает. Сейчас заедет. Ну да, заехал. А меня подождать? Да в жопу меня, конечно. Я в целом пешком погуляю. Там уже, наверное, собаки в панике. Ой. Вот так вот. А у меня, как видите, утренняя разминка. Тоже хорошо. Мы идем к ним. Такое ощущение, что опять как будто бы закат, вечер наступил. Вроде было так светло утром. Ну, смотрите, какая поляна. Собакены. Как заехалось? Тяжело, машина тяжело. А что мы к ней пристегнули? Что сихоним не пристегнули? Сейчас пристегнем. А что-то вы не пристегнутые. Ну все, пристегиваем, едем. Пристегивай. Давайте. Что
хорошо стемнеет. Может, назад пойдем, сейчас на трассу выйдем. До трассы далеко. Да, тогда она может так посидеть. Так. Вы приправили или я чуть не помню? Ну да. Там же помнишь, налево пойдешь, прямо пойдешь, направо пойдешь. Да, но мы не... Почему к деревне прям не пойдем? Или так и должно быть? Так и должно быть, мы свернули. Тут. Все спят. Или коров пасут, не знаю. Тачка. Смотри, сколько техники. Копай. Ну, тут всякие заброшенные. Не заброшенные. Угу. Дом посуточный. Ну, дом посуточный. Надо было снять. Да ладно, мы в шикарном месте ночевали. Там никого. Ну, как мы обнаружили, в этой деревне нет магазина. Может, мы плохо знаем. Я не видел. Ну, я тоже нигде не видела. Эта деревня не сильно маленькая. У них, наверное, все местное. Полноценные машины, автомобили. Ну, техники нормально. Много стоит. Дали не питаться. Это пока осталось загадкой. Сейчас у нас 5 утра. Пол шестого. Но надеюсь, тут что-то открывается утром.
Ребята, тоже в деревню. Как вы там будете? Тиффани. Что эти птицы как на столбах летятся? Thank you.
поссать и погулять собак хорошо, да? Гулять будем хорошо? Гулять! А ты гулять пойдешь? Тут коров нету. Готовы, волки? Давайте я закрою окно, Джейсон. Я первая. Волки на выгуле в красивом поле. Наши волки в последнее время стали травоядными. Они везде пытаются сожрать траву. Смотри, какая там огромная кость. Ага. Это кусочек. Вы вообще что-то делать будете? Животные? Нет! Коровы тут везде, не только живые. Воняет не очень. Поэтому мы идем обратно возле машины гулять. Но красиво. Везде красиво. Опять новая заправка. Куда это мы выезжаем? Степаканск. Что-то такое непонятно. Не потерпишь, что оно? Да куда? До гостей, куда мы едем. Я хочу все-таки заехать в магазин. Что, мне сворачивать, искать магазин? Или по дороге в Абакане? Хорошо, давай по дороге в Абакане. Вымерший город. Хотя вроде машины есть. Магазин, нужные вещи. Поверните налево, а затем через 50 метров поверните налево. Алкомаркет. Нужные вещи. Алкомаркет. Поверните налево. Там вон, где собака стоит, там работает вроде магазин. Сходишь туда. Хорошо. Главное, чтобы карты принимали. Опаньки. Ну, сейчас мы сходим. Тетеньку узнаем. Да. На улице дождь. Мы в каком-то поселке. И Галя пошла в магазин. Мы ждем ее. Галя уже купила мороженка. Ух ты. Ты сейчас охренеешь. Я сейчас охренею. Че? Ну, ты сказал, я сейчас охренею. Давай. Давай. Смотри, какой большой пирог. Пирог. Угадай, сколько стоит? 45 рублей. 35. Ну, почти уже, вот, да. Короче, вот это, дура, и вот этот большой пирог 35 рублей. Я думала, сейчас скажут 300. Ну, все. На обратном пути заезжаем сюда. Хорошо. А там что-нибудь мясное потом еще будет? Ну, там много всего, пути. Просто надо будет попозже заехать. Хорошо. Что. Все тогда. Едем? Вообще хереть. Едем? Да. Назад. И первый большой населенный пункт за все время. Город Абакан. Да?
запах. Что-то знакомое, но странное, не помню что. Камера запах не передает, но что-то такое деревенское специфическое. Железные дороги. Да? Да. Деревня железная дорога. Ну да. Даже не хотя и на ЖД напал тоже. Металл, камни. Ага. Вот это. Да. Туалеты? Чувствую. Да, вот с дырками в земле. Так, давай быстрее, тут будка с собой. Давай тогда Джейсон откроем. Ну ладно, сейчас будет. Okay. В Хакасии можно собрать целую коллекцию автозаправок. Эко-стандарт. Я уже все названия не запомню точно. Наверное, ни в одном регионе нету такого, чтобы были все, да, все заправки разные. Везде же в основном сетевые. Тут вот. Каждая своя. 14. Да, еще одна заправка. 414. Смотрите. Ух ты. Это нам? Тебе. Белый яр. Кучар. Тут не на русском же, да, уже? Хакасский? Нет. Я не знаю, как это. И снова мы не сюда. Через 300 метров поверните налево. Да? А затем поверните налево. Сюда. Так, это все-таки наше? А тут 49-25. Вы приехали в промежуточную точку. Прямо 18 километров. Ну ладно. Сейчас прикроем собачек. А то вдруг тут тоже охранные есть. Ничего, ты пойдешь. У тебя же все. Хорошо, я пойду. И что мы стоим? Тут заправляет дяденька. Роснефть, дяденька. Очень долго заправляются все. Мини-маски тут все очень медленные. А как думаешь, он сейчас поедет? Подожди, песа. В общем, среди всего многообразия заправок мы решили не изменять Роснефти. Просто закрыл без крышки.
Очевидно, он закрыл без крышки. Нас тоже сейчас так заправят. Да, Джейс. Собакены звезды заправки, когда я ходила рассчитываться, спросили, кто такие, откуда, что за порода. Сказали, очень клевые, вы с ними везде. Ну, короче, там кассиры, Тони, операторы называются, не знаю. Короче, все просто залипли на собачек. Вот. Роснефть. Роснефть. Крайне приятно, когда на собак не ругаются, а расспрашивают, а откуда такие красивые, как вы с ними путешествуете. Вот. Ну что там, запутались в ремнях. Все, распутались. А нам осталось чуть-чуть, меньше часа. Смотрите, какие виды. Сейчас мы накормим животных и выгуляем их хорошо перед приездом. Положишь корму? Да. Давай сначала корму дадим. Мы купили новую газировку, которая хакасская. Покажи. Джейсон? Здравствуйте. А можно закрыть окно? Странная хрень. Вообще. Покажи название. Там видно? Покажи. Манго-мандарин. Какая-то газировка Альпи с разными вкусами. Ну все, сейчас пойдем. Сначала их в мисочку. Необычный вкус. Мы еще такое взяли манго-малины, что ли. Так, я пока им наберу, наполню поимки. Корми их хорошо, и до вечера ничего больше не будем пока давать. Тихо. Тебе. Джейсон. Пока не поешь, ты никуда не поешь. Я думаю, они не против еды. Чего они? Не против еды. Да? Что-то не видно по ним. Сейчас, подожди, один начнет. Они хотят выйти. Они хотят выйти, а жрать они не хотят. Ну, это кто-то уже жрет. Джейсон жрет тифонскую еду. Хорошо, давайте сначала выйдем. Вот так всегда. Иди жри, Тифани. Тифани. Тифани, не будь дурой. Вот. Тифа. Тифани. На. Вернись и жри. Я подмешала туда зелье. Я ее отстегнула, а то она не достает. Как осень погода. Угу. Прохладно. Там она на югах, что-то. На сибирских югах. Я вот и думаю, может, я не зря взяла ветровку. Но обычно тут тепло. Хотя еще даже только перевалило за середину июля. Ну это хорошо, лучше так, чем жарко. Да. Что-то еще рассказать? Что расскажем еще?
Я надеюсь, они подружатся с песиком. Ну кто? Родители твои дружат с песиком? Нет. Мама не признает. Что? Там маленький песик, он маму не признает. А, ты имеешь в виду другой песик? Да. Посмотрим. Это я не знаю. Поезд тоже мне. Джейсон еще ест. Не доели. Некомфортно им что-то. Или не проголодались еще. Ну что, поясок дашь? Брать Тиффани, выходить, так ты мне дашь поезд? Мне надо за телефон, мне надо ключи. Ну подай мне с той стороны поезд. Я же не вижу ни хрена. Ты маленькая, ну, Тиффани. Ты выходи из машины. Пути. Я могу не выходить. Дай мне просто сюда. Тиффани. Я когда дверь открываю, нам вылезать, понимаешь? Ты сказал. Цепляй или что? Я думала, это дождик, а это электричество шумит. Они хотят везде залезть. Конечно. Жуки навозные. А? Навозные жуки. Ты в говне-то в навозе изваляетесь. Что, опять хочешь упасть, Тиффани? Что тут такое? Можно я с вами пойду? Сколько нам на деревне осталось? Сколько нам до деревни осталось? Ну, до поворота 7 километров, даже меньше. По сути, нам ехать полчаса максимум. Это не знаю, какая там дорога до поселка. Поселки, точнее. Так-то ехать для чего? Если была бы хорошая дорога, то здесь мы доедем. Нет, не доедем. Сейчас просто вид не тот. Вот смотри, сейчас уже.
уверен. Но ты решил, точно не КамАЗ, вроде МАЗ. Осторожно, коровы. Смотри, какие животные. Джейсон, воспитывай доброту. Они хорошие животные. Это вообще теленочки там лежали. Признали песика?